Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей ряда территориальных подразделений МВД России. Так, начальником ОМВД России по Приморскому краю назначен генерал-майор полиции Александр Табакаев. Товарищ министр внутренних дел Российской Федерации, разрешите выразить слова благодарности за оказанное высокое доверие. Заверяю вас, что я и веренный мне личный состав управления надлежащим образом, используя опыт и знания, полученные в ходе практической деятельности, обеспечим надлежащий общественный порядок и безопасность граждан на территории Приморского края. Владимир Колокольцев поручил вновь назначенным руководителям последовательно выполнять весь комплекс мероприятий по недопущению дестабилизации оперативной обстановки. В этом плане требуется в дальнейшем укреплять рабочие контакты, прежде всего с органами безопасности, обеспечить незамедлительный обмен значимой информацией. При этом действия сотрудников полиции при поступлении тех или иных вводных должны быть доведены до автоматизма. Нужно сохранять бдительность и готовность к решению задач любой сложности. В завершение хочу поздравить с новыми назначениями и пожелать дальнейших успехов службе на благо России. Олег Завьялов, новости на Восьмом.